В Астане прошла церемония поднятия государственного флага с участием президента Касым-Жомарта Тукаева. Торжественное мероприятие состоялось в этномемориальном комплексе «Атамекен». О готовности к церемонии главе государства рапортовал начальник роты почетного караула, после чего прозвучал гимн Казахстана. Президент страны поздравил казахстанцев с Днем государственных символов, отметив, что праздник олицетворяет укрепление государственности и единства народа. А флаг регулярно поднимается на международных спортивных турнирах, пробуждая в гражданах самые высокие чувства. 12 лучших выпускников высших военных учебных заведений в торжественной обстановке приняли присягу и пополнили ряды офицеров. Погоны им вручил верховный главнокомандующий. Наши главные символы объединяют всех граждан, как в дни испытаний, так и во время триумфальных побед. Вдохновляет на новые свершения и честный труд во благо Родины во имя построения справедливого и гармоничного общества. Олицетворяя образ устремленного в будущее независимого Казахстана, они укрепляют в нас веру в созидательную силу реформ и реальность перемен.